Алфавит от познаваки. Сегодня мы с тобой узнаем новую букву русского алфавита. Угадай, что это нарисовано на картинках? Это спелое красное яблоко. Птицы откладывают яйца. Ящерицы – это хладнокровные животные. А это морской якорь. Все эти слова начинаются на букву «Я». «Я» – это 33-я буква русского алфавита. Прописная буква выглядит так – «Я». Строчная буква выглядит так – «Я». В новой серии мы узнаем следующую букву русского алфавита. А помнишь, про что была предыдущая серия? Давай посмотрим. Жми на картинку.